Ржунька. Ограничился. Идет на сзади. Насекомое. Рано использовать скилл. Знаешь, каждый раз, когда вижу эту сферу, хочу использовать скилл. Но потом понимаю то, что это часто бесполезно. Ну что, пацаны, давайте. Они не будут использовать. Я решил крысу не проверять, думал, что это мне попасть. Видишь? ржака.com. Слева прямо в том углу. Остался один враг. 30 секунд. Где последний летут или никогда не доверяли. Эйс! Это Эйс! Стоп, что? Эйс! Я камбэкнул, Эйс! Один да, игрок. Да. Она как-то в невидимость ходит. Да, 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 да. А, ну, а ее видно. Ее видно, но она типа прозрачный, урон не проходит. Все. Просто когда ты один раз видел, то же она будто ниоткуда появилась. Странно. 30 секунд. Один раз. Это было странно. Ржунька. А я МБ смогу в крым поехать. Посмотрим, как будет. Было бы, тебе было бы хорошо. Я знаю, Диоман. Вот он. Я вышел, он телепортируется, он не отменяет телепорт, и я его убиваю. Ты чё тут плетишь? Да ультой ты юзаешь. Вот что значит полезная ульта. Не, это просто зачастую значит то, что если ульта, то лучше ее использовать в нужный момент, а не просто в рандомный момент. Вот, к примеру, сейчас. Видишь? Give me ace, give me ace. 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 Welcome to the club, buddy. Ой, я не купил броню. Где нет кинга? Там. Там, где не я явно. Просто там. Ребят. Там как бы противник. Ладно, у тебя бомба. Я знаю, последний. Все там пришли. Слышишь, ты, паст. Моисей. Без обид, понял? О, еще один бист. Круто. Там, по-моему. Там. Реально, смотри, ну, тупо с тобой как статы. С тобой просто как статы. Там. Не пущу. Бегите. Ограничился.
Я вообще сейчас должен был бы рассказать тебе подробно, что случилось, но я расскажу кратко. Первое, у меня полетела винда. Да, вначале у меня полетели реестры, мне пришлось перезаписывать винду. Потом произошли пару проблем, снова ставил, выдалял винду, а потом по итогу у меня Sony Vegas перестала работать. Теперь я не могу монтировать, и посему мне пришлось монтировать вначале в Sony Vegas, а потом в Adobe Premiere, потому что у меня проблемы со звуком. В общем, видео будет выходить сейчас снова, но крайне, наверное, редко. Наверное, будет выходить по субботам. То есть каждую субботу видно видосик. Спасибо за просмотр.